мощный парогенератор с системой быстрой очистки от NAGP и функции автоматического отключения. В этом видео поговорим про парогенератор Braun IS-5155WH. В комплекте с прибором идет гарантийный талон и инструкция. У утюга удобная нескользящая ручка из рельефного пластика. На внешней ее стороне находится кнопка подачи пара. На внутренней – кнопка прецизионного парового удара. А это значит, что пар подается только из передней части подошвы. Утюг легко скользит по тканям благодаря анодированной подошве Eloxal 3D+. С паровым генератором прибор соединяется шлангом длиной 1,6 метра. На самом генераторе есть панель управления, платформа для утюга, фиксатор утюга и заглушка для удаления накипи. Также здесь расположен резервуар для воды объемом 2 литра. Панель управления состоит из трех кнопок и индикаторов. Они отвечают за включение прибора, сброс и эко-режим. Там же находятся индикаторы системы очистки от накипи и низкого уровня воды в резервуаре. У прибора два режима работы – бережное глажение и безопасная температура. Первый с температурой нагрева 130 градусов подойдет для отпаривания деликатных тканей. В режиме безопасная температура прибор сам подберет оптимальную температуру для любой ткани, которую можно гладить. Мощность утюга достигает 2400 Вт. Давление пара составляет 7,5 бар. Сила парового удара 480 грамм в минуту. Мощность подачи пара 125 грамм в минуту. Отпаривать вещи можно как вертикально, так и горизонтально. Если оставить утюг на гладильной доске на 10 минут, то он автоматически отключится. Система очистки от накипи удалит из парогенератора известковый налет. Достаточно поставить его на край раковины и открутить заглушку. Индикатор подскажет, когда утюг пора почистить. Парогенератор Браун подойдет, чтобы отпарить на весу шторы и разгладить вещи на гладильной доске. Устройство мощный паровой удар, два автоматических режима, вертикальное и горизонтальное отпаривание, система быстрой очистки от накипи и функция автоотключения. Двухлитрового резервуара хватит, чтобы гладить и отпаривать вещи до 2 часов без перерыва.